Я построюсь и... Построено будет. Готово, трудитесь и есть. Начну трудиться. Радуйся! Построено будет. Слушайте все. Обрежь по скору. Ладно, есть. Накази суть. Напряжь. Слушай наказ, но... Следую наказам. Рада есть. Готовитесь, латницы! Латницы, напряжь! Слушаюсь! Слушайте все! Огонь вражеский! Слушай наказ снов! Яко угодно есть.
Стой, стой! Да. Готов, ясно! Иду уже! На казино висуть! Казино висуть. Яко угодно есть. Исправляйтесь. Делаю, что велено есть. Слушай наказ снов. Слушаюся. Будем сражаться! Обрежь, воине! Стреляют в меня! Примут смерть! Слушайте, жаловаться нельзя. Сделано будет. Напряжь поскору. Напряжь, воине. Идти надобно помалу. Что есть трудного? El pequeño asentamiento de Pereslav dio la bienvenida a los exploradores moscovitas y la posibilidad de comercio. Дело есть. Наказу моему. Напряжь поскору. Готов, если наказы исполнять. Иду на преж. Слушайте все. Следую наказам. Кто стреляет? Идти надо на помалу. Что есть трудного? Крадуйся! Отправляйся! Готов, есм! Ищу ворога! Что ты делаешь, ребята?
Слушай наказ, Нов. Напряжь бой. Казино и суть. Уразумех. Готовы будете, латницы? В ряду есть мы. Слушай наказ, Нов. Kerisler acogió con beneplácito a los enviados de Dimitri y la llegada de los comerciantes moscovitas. Слушайте все. Рцы, яко делайте. Сделано будет. Стрела на тетиве есть. Брать будет. Сделано будет. Каков наказ есть? Радуйся. Только лаз есть. Наказено. Сделано будет. Слушайся! Напряжь войне. Cuando los hombres de Dimitri localizaron Vladimir, abrieron otra fuente de ingresos para el gran príncipe. Готов трудиться есть. Дело есть. Готово трудить. Чего делать надо? Радуйся. Готово идти. Работа ждет. Дело есть. Радуйся. Я здесь. Дело есть. Чего делать надо? Работа? Я здесь. Чего делать надо? Меня бьет! Чего делать надо? Работа ждет. Дело есть. Радуйся. Брань будет. Да идти надо на помогу. Что есть трудного? Готовы будете. Трудитесь и есть. Каков наказ? И тебе по здоровью. Дело есть. Кто стреляет? Я построю. Чего делать надо мной? Готовы идти. Каков наказ
есть. Горбую! Наказ будет. Я здесь. Чего делать и надобно? Радуйся. Радуйся. Начну трудиться. Слушай наказ, Сноу. Яко угодно есть. Каков наказ есть? Готово трудиться есть. Чего делать надобно? Кто стреляет? Чего делать? Ополчение есть. Слушайте все. Наказывать! Борцы, яко делать. Слушайте, воины. Велить, что делаете? Лучник готов есть, лук готов есть. Копейщик есть, готово есть. Ополченник, лучник готов есть. Рцы и якоть готово есть. Наказе суть. Грядите. Исправляйтесь. Дело сделано есть. Слушайте все. Слушайте. Чего сделать? Наказ будет. Радуйся. Я построю все. Готово трудиться есть? Каков заказ есть? Отойди! Торгую!
Каков наказ есть? Готовы работать. Готовы идти. Дело есть. Чего делать надобно? Работа ждет. Наказ будет? Радуйся. Каков наказ есть? Наказ будет? Я здесь. Готови суть. Двигайтесь об задницы. Исполняйте! Течем! Готовы идти! Я построю сие! Лучник готов есть! Каков наказ есть? Торгую. Исправляемся. Стрелы в ноги суть. Казинови и суть. Яко угодно. Ладно, есть!
исполняйте. Слушайте все! Готово, трудитесь и есть. Что делаете? Каков приказ? Жалобитесь нельзя. Следую приказам. Готовы будете, ладницы? Наказ будет. Я здесь. Готов трудитесь, а есть. Борт налажен. Работа ждет. Борт налажен есть. Готовы будете. Идем, бойни. Дело есть куда! Готов, Есм. Наказано ви суть. Напряжь, воине. Лук готов есть. Брань завет! Рцы и яко делайте. Слушайте! Брать будет. Ищу ворога.
говорить, что делать и... Брань будет. Сделано будет. Слушай наказ, но... Жаловаться нельзя. Наказ будет. Торгую. Чего делать и надобно? Радуйся. Торгую! Наказывай. Наказен обе и суть. Брать совет! Добро ей! Я здесь. Готов трудиться есть. Стреляйте мне! Готовы трудиться есть. Готов, ес. Слушайте все. Идти надо на помалу. Что есть трудно? Лучник готов есть. Стрела на тетиве есть. Слушай наказ, но... Сделано будет. Готов, если наказы исполняйте. Копейщик есть. Есть. Копейщик есть. Брань будет. Следую наказам. Слушайте все! Напряжь поскору! Лук готов есть! Лучник готов есть! Торцы, яко делайте! Наказе суть! Сделано будет! Наказе нови и суть! Яко угодно есть. Исполняйте! Приготовляйтесь, латницы! Напрячь бойни! Наказывай. Наказе нови и суть. Уразумев. Слушай наказ. Слушаюся. Los Rus de Klin ahora reconocían a Dimitri como su gran príncipe. Con el oro que había acumulado, Dimitri compró Kerislev. Con un intercambio de oro, Dimitri aseguró la lealtad de los gobernantes de Kerislev. Vladimir se convirtió en otro puesto de avanzada para la creciente influencia de Moscú.
Con los principados circundantes bajo la influencia de Dmitri, Moscú ahora era la potencia predominante entre los Rus. Llegaba el momento de liberarse del yugo mongol.